Как узнать, кто мой бизнес-покровитель? Есть такая возможность? Ну, каждый из нас носит имя, данное при крещении, и это имя некогда носил тот или иной святой, угодник Божий. Есть месяцы слов, и там есть на каждый день того или иного месяца, тот или иной день, значит, есть перечисление святых угодников Божьих, поминаемых в этот день. Так вот, если вы знаете, когда вы родились, вы знаете свое имя при крещении данное, то первый святой от того дня рождения, который будет вместе, в этом месяце слой, вы, это и есть ваш святой покровитель божественный. А по поводу Богородицы, она покровительница всех православных христиан, потому что она Матерь наша, ее Господь сам избрал для своего рождения и таким образом предуказал всем нам, Матерь не только Божию, но и всех нас православных.